Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска. Появился вот такой вот, вот офигенный ивент, где можно выбить. Получается, отсюда нужно убрать два набора. 8 наборов можно получить в этом замечательном ивенте. У меня с этого ивента нету только 3 наборов. Давайте сделаем полный обзор этого ивента, и я вам посоветую, какие наборы из него лучше выбивать. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Итак, ну, во-первых, нужно оставить все те наборы, которых еще не было в игре. Это вот этот. У него очень годная панамочка такого черно-желтого, черно-золотого цвета. Прикольный торс, прикольные штанишки и обувь, ну да, довольно-таки необычная. Дальше, очередной рескин игрока в бейсбол. Зачем? Зачем уже какой? Третий он? Третий? Зачем? Куда столько? Или разрабы нас к чему-то готовят? Но третий игрок в регби, ой, в этот, в бейсбол, это такое себе. Дальше, вот этот вообще был у нас в золотом джекпоте, если я не ошибаюсь. Этого набора у нас еще не было, но девочка очень круто смотрится. Дальше, обычный ангельский купальничек на девушку, нормально. Дальше, вот этот набор, в принципе, тут из годного только прическа и торс, все. Вот его я рекомендую забрать абсолютно всем и каждому. Ну, естественно, по возможности, потому что тут кроссы, вот эти, ой-ой-ой-ой-ой, это вот, они просто подойдут практически под все новые сеты, я пихаю еще их практически во все сеты. Ну, и как по мне, это прям пушечка, которая подойдет вот под каждый сет, где есть хоть небольшая крапинка желтого в сете. Все, эти кроссы подходят ну просто идеально. Также тут идеальные шорты, которые подходят под одну футболочку, с которой мало кто играет, но именно под нее эти шорты просто великолепно смотрятся. С прической вот этой я не видел, чтобы кто-то играл. С торсом тоже можно собрать довольно-таки неплохие сеты. Дальше, что касается этого набора. Прикольная прическа, прикольный торс. Все. Штанишки на любителя, к ним по факту подходит только один торс с инкубатора Ронины за один чертеж. Все. Остальное с этими штанами смотрится такое себе. Про масочку я вообще молчу. Опять же, такое себе, потому что очень сложно к этому всему что-то собрать. Честно вам сказать, я хочу вот что-то из этого набора пустить в рубрику не дефолт, к примеру, либо этот торс, либо эти штанишки. Скорее всего, пущу вот этот торс, потому что штаны можно надеть с каким-нибудь торсом, где вот этот верх будет полностью закрыт и будет великолепно смотреться. А вот под торс нужно подбирать прям что-то очень сильно идеальное. Поэтому к этому наборчику мы чуть позже вернемся. Что касаемо этого набора, в принципе, тоже можно взять. Прикольный торс, прикольные шортики и кепочка тоже довольно-таки интересная. Это новое, поэтому его так и так мы оставляем. Отсюда прикольный торс, прикольные шортики, прическа 50 на 50. По поводу остальных наборчиков я уже рассказывал. Давайте посмотрим, сколько алмазов я потрачу, чтобы забрать этот ивент полностью. У меня, давайте я прямо вобью в калькулятор, 77 091. Итак, что мы забираем? Убираем, вернее, во-первых, вот этот наборчик, во-вторых, вот этот, потому что у меня повторных их уже довольно-таки много. Мне нужно выбить, по сути, только 3 набора. Вот этот и вот этот. Первая попытка 300 алмазов. А, ну да, было бы странно, если бы попытка была 9 или 19. В принципе, 300 алмазов за набор, особенно если выпадет этот,
Я вообще офигею от жизни. Падает вот этот наборчик. Естественно, мы его не будем открывать, потому что это повторка. А, стоп. То есть вы хотите сказать, что за 300 алмазов можно получить набор, и цена не будет расти? Серьезно? Так это же вообще имба. Реально. Получается 8 прокрутов по 300 алмазов. 300, ну, 2400. 2400 алмазов за 8 наборов. Ошалеть. Я реально в шоке. Это настолько дешево, потому что если бы было только колесо фортуны, только вот одно колесо фортуны, где вот этот наборчик, и, к примеру, добавили там парашют, там скин на питомца или что-то еще, один бы набор вышел в 1800 алмазов. Потому что на каждое колесо фортуны уходит 1800. Тут за 2400 при полном, если вам вообще не повезет, и вы, то, и вы будете хотеть только вот этот набор, 2400 алмазов. И в подарок еще 2 новых набора и еще 5 наборов на склад. Вот это в натуре подарок от Гарены. Я в шоке, я реально в шоке. Ну если, опа, девочка падает, хорошо, давайте еще раз. Вот, я прям, мне даже до конца не надо крутить. Сейчас, о, хорошо, все, это мне на складе не надо, потому что у меня и так это все есть. Серьезно, я потратил сколько? Раз, два, три, четыре. 1200 алмазов? Всего лишь на 4 набора, и я забрал 3 новых набора на склад. Ой-ой-ой. Так, сразу же давайте откроем вот этот замечательный наборчик. Вот этот повторочка, этот тоже, этот тоже. А хотя, знаете что, я же все-таки собираю наборы. Я не помню, честно, правда, есть ли у меня вот эти повторочки, но я хочу... Вот спустить алмазики. В принципе, 1200 алмазов не так уж и много. И теперь мне хочется посмотреть, какие. Вот этот все-таки у меня был повторный, а вот этих у меня повторных не было. Поэтому пусть они попылятся на складе в коллекции. Замечательно. Вот такая вот. А можно, кстати, вот так оставить. В принципе, годненький сетик получается. Также пишите в комментариях, стоит ли мне собирать сеты вот с этим новым наборчиком «Откуда шляпа». В принципе, я думаю, что стоит. Он довольно-таки шикарный. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, и да пребудет с вами скилл.